Сегодня в Черкесске состоялось открытие кардиологического диспансера. Специалисты будут проводить консультации, диагностику и лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подробности у Али Баташева. Наличие квалифицированных специалистов и внедрение в практику современных методов обследования и диагностики позволят успешнее лечить сердечно-сосудистые заболевания, говорят врачи. Большей частью это коллектив республиканской больницы, сосудистого центра. Это те доктора, которые работали в течение 10 лет последних в сосудистом центре, в отделении неотложной кардиологии, общей кардиологии. То есть это те люди, которые ежедневно лечат инфаркты. Те люди, которые назначают коронарографии, те люди, которые диагностируют эти заболевания. То есть это профессионалы с достаточно хорошим опытом, современными абсолютно знаниями. Наша поликлиника оказывает диагностическую, консультативную, лечебную помощь для больных с тяжелыми сердечной недостаточностью, с нарушениями ритмами, больными с тяжелыми дислипидемиями. Мы их здесь наблюдаем, отбираем, кого надо на операции, или у нас в сосудистом центре практически все операции делают, а более тяжелых, то, что у нас не делается, будем отправлять в федеральные центры. Диспансер начал свою работу уже в середине мая. Прием ведут два кардиолога, аритмолог, кардиохирург и сердечно-сосудистый хирург. Пациенты получают лечение и проходят диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. УЗИ сердца, ЭКГ, суточное мониторирование, программацию ЭКС аритмолог делает, сосуды нижних конечностей смотрят, дуплексное сканирование сосудов шеи и головы. Консультация аритмологов, сердечно-сосудистых хирургов, кардиохирургов. На официальном открытии кардиологического диспансера отмечали значимость этого лечебного учреждения для жителей Карачаево-Черкесии. Компактно, удобно для жителей республики. Это расположено как раз там, где это будет удобно для всех, и для жителей, и для врачей. Мы рационально используем кадровый потенциал и имеющиеся диагностические возможности республиканской больницы. У нас одна задача. Отработать на благо жителей нашей родной Карачаево-Черкесии. Сберегая здоровье жителей Карачаево-Черкесии, я вас очень прошу сберечь свое здоровье. Вы нам все очень нужны. К поздравлениям присоединились и депутаты Народного собрания республики, представители общественных организаций Карачаево-Черкесии. Работа кардиологического диспансера будет способствовать эффективному лечению сердечно-сосудистых заболеваний, что позволит не только улучшить качество жизни пациентов, но и увеличить ее продолжительность, говорили на открытии. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.